Итак, выдаю тетрадки с оценками. Тебе 2. Эдна, почему 2? У меня все решено же. Решено? Да неправильно. Так, тебе тоже 2, держи свою тетрадь. Почему мне 2? Я все правильно списал. Вот ты сам и ответил на свой вопрос. Ой, попадос. У тебя тоже 2. Эдна, это не моя тетрадка. А, да? Ну ничего страшного, не расстраивайся. У тебя тоже 2. В общем, весь класс написал контрольную на 2. И это в конце-то года. Поэтому сегодня вечером будет организовано родительское собрание, чтобы все родители пришли. Вы меня поняли? Родительское собрание? А у меня мама не может, она до 9 работает. Ну вот, чтоб все смогли прийти, назначаю собрание на 9:20. Всем быть. Сообщение разошлю. Так, а сейчас идите в столовую и не забывайте, потом у вас физкультура. Так, я не поняла. А что, воду в аквариуме так и не поменяли еще, что ли? Где этот работник? Здравствуйте, если вы меня ищете, то я здесь уже. Ну неужели? Ты же видишь, рыбкам плохо плавать в такой воде. Не волнуйтесь, я их сейчас выловлю и воду поменяю. Так, ну-ка, иди ко мне, иди сюда, маленькая. Я тебя положу в маленький аквариум, не волнуйся. Как они так быстро плавают-то? Иди, оп, поймал. Так, иди сюда. Оп, теперь ты тут плаваешь, следующая рыбка. Эй, ты чего там? Давай, плыви наверх, мне на водичку вам поменять. А у меня сачок до дна не достает, давай, всплывай. Что, мне туда залезать, что ли? Вот, молодец. Так, быстренько, и последняя. Слушай, бро, а давай с тобой устроим 24 часа в школьной столовой, а? А что мы будем 24 часа тут делать, а? Ой, я не знаю, придумаем что-нибудь. Вот когда придумаешь, тогда и подходи. Здравствуйте, можно мне, пожалуйста, вот это пирожное и компот? Слушай, а может устроим челлендж 24 часа и едим только сладости, а? Не, я 24 часа не выдержу, ты что, мне пирожное это съесть? А давай я себе такой челлендж устрою, и мы с тобой поспорим, справлюсь или нет? Да не интересно как-то. А давай тогда челлендж 24 часа пьем только газировку. Не, если мама узнает, она меня заругает, нельзя столько газировки пить. Да что ты скучный-то такой, никакой челлендж с тобой не устроишь. По челленджам соскучился. Сейчас учительница физкультуры устроит тебе челлендж. Отожми 100 раз или умри. О нет, еще физра это. Слушай, а давай устроим на физкультуре челлендж. Челлендж. Может успокоишься уже ты, а? Скучные одноклассники какие-то. А может устроить челлендж самый сильный человек в классе? Это буду я, если подниму вот эту гантелю. Да. Не, надо придумать другой челлендж. А что, если челлендж 100 раз поднял штангу? Ой, получился челлендж ни разу. О, а где рыбки? А куда рыбок дели? Хм? Эй, рыбки! Рыбки вы где? Странно. А что если... Кажется, я придумал! Так, нужно в столовку только сбегать. Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, трубочку для коктейля. Да, конечно, держи. Ха-ха, спасибочки. Сейчас точно все получится. Еще вся школа обо мне говорить будет. Это у меня самый крутой челлендж в мире. Ну что, здорово придумал, правда? 24 часа в аквариуме. Вот сейчас они удивятся. Ну что, рыбки, соскучились по своему большому просторному домику? Сейчас я вас на место положу. Эй, ты что там делаешь? А ну вылазь! Я только что воду поменял в аквариуме. Не могу, у меня челлендж. Что у тебя чешется? Вылазь, говорю, быстрее. Воду всю перепачкал, мне опять ее менять, что ли, а? Столько воды перекачал только что. Эх, рыбки, из-за таких ученичков вам придется подождать. Мне его теперь из аквариума надо доставать. Не надо меня доставать, у меня челлендж. 24 часа в аквариуме, ясно? А, челлендж. А у меня работа здесь, понимаешь? Мне нужно заменить воду и заселить обратно рыбок. Это их аквариум. Понимаешь ты меня? Слышишь вообще там? Слышу, но не могу ничего сделать. Да что это такое? Ладно, подождем учителя. Уж она должна иметь какое-то слово на вас. Ладно, меня не слушаешь, потому что не знаешь, кто я. Постою тут, подожду звонка. Куда он из столовки убежал? Бро, ты что там делаешь в аквариуме? Там же рыбы должны быть. А вот и рыбки. Это что, ты сделал, что ли? Ты зачем туда залез? Ты зачем рыб достал? Не, рыб не я. Их тут не было. У меня челлендж 24 часа в аквариуме. Не мешай.
Ты думаешь, тебе разрешат? Не знаю, но я сам отсюда не вылезу. А я знаю, как быстренько тебя оттуда достать. Нужно просто закрыть вот эту трубочку для воздуха. И ты сразу выпрыгнешь. Я хочу пройти этот челлендж. Отойди, никому не подсказывай идею. Ладно, как хочешь, сиди там, пока сам в рыбу не превратишься. О, а это не пираньи случайно? Может мне их к тебе выпустить, а? Это не пираньи. О, если бы это были пираньи, то я бы знал, как его вытащить из аквариума. Мальчик, отойди, пусть этот там сидит, я уже с ним разговаривал, ни в какую не вылазит. Ясно, сейчас учительница придет, она его быстро оттуда вытащит. О, ты уже здесь? А что, учительница еще не пришла? Нет еще, я вон на рыбок любуюсь, ты тоже хочешь, если можешь посмотреть. Да я этих рыбок каждую физкультуру вижу. Ты че, а что он там делает, зачем? Тебе помощь нужна, давай я тебя вытащу, ты что стоишь и смотришь? Не надо ему ничего, он специально туда залез. У него челлендж 24 часа в аквариуме. 24 часа в аквариуме? Мальчик, у вас вообще ум есть? Если учительница сейчас увидит его, что будет? Нормально все будет. Главное челлендж выстоять. Слушайте, я так пить хочу. Может, водички мне принесет кто, а? Водички? У тебя целый аквариум воды, пей давай. Если много выпьешь, то через трубку не надо будет дышать. Ха-ха-ха. Очень смешно. Я нормальной воды хочу. Дайте попить, пожалуйста. Я возьму у вас водички. Да, конечно, бери. Давай я тебе дам попить, а ты вылезешь. Интересно, а как ты будешь пить? Для этого тебе надо будет вынырнуть. А если ты вынырнешь, значит ты проиграл в челлендже. Налей мне в трубочку в эту воды. Вот выкрутился ведь, а? Не давай ему ничего, пусть вылезает. Он пить хочет, ты что, не слышал? У него жажда, хочешь, чтобы он умер? На, держи, я налью тебе. Все, хватит, спасибо. Не за что, вылезал бы ты по-хорошему. Вот-вот, а то людям работать мешает. И рыбы вон теснятся в маленьком аквариуме. Более глупого челленджа я еще не видела. И что ты хочешь этим доказать? Что ты самый крутой? Вылезай давай. А вот и не вылезу. У меня 24 часа в аквариуме. И да, если выдержу, буду самый крутой в этой школе. А пока, по-моему, самый тупой. Учительница идет. Здравствуйте. Что столпились у аквариума? Рыбки мои нравятся, да? Мне они тоже нравятся. Воду ты поменяли им? Это что за рыбина тут? Ты чего в мой аквариум залез, а? А рыбки где? Ты что, их съел или выкинул? А ну, вылазь. Здравствуйте еще раз. Рыбки вон в маленьком аквариуме. Я их убрал, воду поменял. Приношу обратно рыбок, а он уже там. И не вылазит ни в какую. Чтоб я ему только не говорил. Так что работу выполнить не могу, пока он там сидит. Не к нему же рыбок выпускать. Учительница, он не вылезет, у него челлендж 24 часа в аквариуме. А челлендж 24 месяца, получаю двойки по физкультуре, тебе тоже устраивает? Не устраивает, а 24 часа в аквариуме устраивает. Вылазь давай, это дом моих рыбок, не твой, давай. Мне что, тебя вытаскивать за уши, что ли? Да не вылезет он, ну уж вон, всю перемену его уговариваю. Ты что, мне еще урок хочешь сорвать? А ну вылазь, я говорю. А вылезай быстро. Нет. Ну что вы наделали, а? Такой челлендж испортили. Челленджер, сегодня же скажу вашему классному руководителю, чтобы вызвали в школу твоих родителей. И убери эту трубку изо рта уже и готовься к уроку физкультуры, по которому у тебя все равно сегодня будет двойка, понял? Да понял. Сегодня и так родительское собрание. Да не расстраивайся ты. Давай этот челлендж 24 часа в бассейне. Там никто не заругает. О, на выходных точно. Давай. Да, ничего не помогает. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дриналка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока.